Знаете, когда байкер летит на мотоцикле, разогнался впереди пост ГАИ. Он думает, блин, сейчас остановят, будут пытать меня. Скажут, что, глаза красные, обкурился, что ли? Едет. А я скажу, ветром надуло. Его останавливают как раз. Ветром надуло, ветром надуло, ветром надуло. Выходит такой добродушный инспектор и так по-отечески говорит, сынок, куда летим, что ж так себя не бережем? Он уже глаза красные, что, ветром надуло? Он говорит, нет, обкурился! Я хочу исполнить новый номер от лица двух пацанов, которые хотели как раз это сделать, но их отвлекло более возвышенное занятие. Ну чё, тормоз, давай газету раскурим. Давай, баклан, газету раскурим. О, зырь, чё тут написано. Отгадай кроссворд и выиграй 1000 рублей. Ух ты, а как отгадывают? Ну, тут в клетках слова зашифрованы. Вот, например, по вертикали. Кровососущее насекомое, 5 букв. Бобер! Подходит. Ну ведь бобер не насекомое. Насекомое? Ты видел, какие он насечки насекает? Логично. Да, я теперь попробую. Дай сюда. Ебдавс. Антачирк Отыч. Гоны какие-то. Баклан, газету переверни. Тут написано, что кричат на свадьбе. А, на свадьбе кричат Казбулату долой. Песа сакля твоя. За-да-дай-дай-дай-дай. Люблю тебя. 28 букв. Тут всего 6 клеток. И первая буква Ё. Откуда там Ё? Ну, бобёр же был по вертикали. А, значит, это свадьба с дракой. Причем драка мощная, пиши ее во все 6 клеток. А ты, оказывается, смышленыш. Если так дальше пойдет, 1000 рублей наша. Дай мне еще попробовать, ну да. О, колючее дерево, 3 буквы. Я из деревьев только хрен знаю. Колючее значит еж. А почему еж дерево? Потому что бобер насекомое. Логично. А, но еж 2 буквы, а тут 3. А может пишется через И краткое? Ио. Подходит. Иош. Приколись, живность какая понтовитая. А то Ио! Сядет в стринги, порвет! Так. Парнокопытное животное дает шерсть. 5 букв, первая Б. Если 5 букв и начинается на Б, это не парно, а порнокопытное. Да, но тут написано, шерсть дает, а не просто. Чё, опять бобер? Бобер уже был. Так это другой бобер. Тут без вариантов, дает шерсть. Откуда у него шерсть? Он в воде живет, у него чешуя должна быть. Но тут ясно сказано. Парнокопытный, значит, всего пара копыт, остальное чешуя. А зачем ему в воде копыта? Чтоб рыбу глушить. Логично.
Пусть будет еще один бобер. Так, житель Гондураса. 10 букв. Надо элементарно. Гондурас. Откуда ты знаешь? У меня пол подъезда. Этих жителей. Прикинь, у тебя пол подъезда, а тут целое государство. Кстати, не подходит тут первая буква И. Эстонец? А при чем тут житель Гондураса? А что, эстонец не может жить в Гондурасе? Эстонец 7 букв, а тут 10. Ты лучше считай. Эстонец. Эстонец подходит. Слушай, мы так весь кроссворд разгадаем. Вредный мелкий грызун. Прикинь, снова бобер. Бобер крупный полезный грызун. А тут вредный мелкий, да, это же этот. Это зверек вот этот вот. Ну, пушистик этот, мышь. Мышь, 3 буквы, а тут 4. Слушай, ше буква широкая, может, ее в 2 клетки надо писать? Ты гонишь, все буквы равны перед алфавитом. Может, крыса? Крысе 5 букв. Ну, значит, крысь. А кто такой крыс? Хахаль крысы. Хахаль крысы выхухоль. А крыс – крысин законный муж. Текст. Королева Великобритании. 9 букв. Пенсионерка. Тут 4-е «З». Пензионерка. Пензионерка «З» не 4-е, а 5-е. Слушай, может, не королева, а королева? Эврика, королева! Тогда «З» на своем месте. Тарзаниха. Подходит. Скоро уже весь кроссворд разгадаем. Слышно уже, как денежки пахнут. Убийца Юлия Цезаря. 1-я «Б». Не может быть! Неужто бобер? Он чё, изверг, бобры на людей не кидаются? Ага, ты его зубяки видел? Таким зубяком не то, что Цезарь 100 буратин порвать можно. Ага, и копытом по башке. Ну и зверь этот бобер, насекомое в чешуе 2 копытами дает, шерсть еще и буйно помешанный. Слава богу, по буквам не подходит. Почему? Ну тут 4 буквы. Значит, бобр. Логично. Прикинь, бобры кроссворд оккупировали. Тот, кто занимается боксом. Тут дальше вообще ржачка. Первые 2 буквы «бо», последний «йор». Он еще и боксом занимается! Ну, какой чумовой зверек! Я одно не могу понять, он Цезаря забоксировал или все-таки зубяками порвал? Копытами запинал. Какая тебе разница? Главное, 1000 рублей у нас в кармане. Клево. Осталось последнее слово. Водоплавающее животное с лопатообразным хвостом, с
строит хатки. Это что, реально? Там так не написано, да? Лопатообразным строит хатки. Ну да. Это уж 300% гастарбайтер. Ты гонишь? Тут всего 4 буквы. Как я в них твоего гастарбайтера помещу? Как? С комфортом. Они по 40 человек в одной клетке помещают. Это ж как же надо обкуриться, а? Слушай, баклан, может, давай бросать курить, а? А то еще в гастарбайтеров превратимся, будем всю жизнь хатки лепить. Мрак, тормоз, давай бросать курить. Ща бросим, выиграем 1000 в кроссворд и заживем, как бобры в воде.